Ну, наверное, все дети читали «Снежную королеву». Мне кажется, вот только это запоминается, запомнилось. Счастливый конец, поэтому, надеюсь, и завтра будет весело, и все люди хорошо проведут время. Ну, это как бы для меня главное, чтобы это помогало команде, в первую очередь. Конечно, потом уже личные какие-то там заслуги, не знаю. Но в первую очередь это самое главное, чтобы приносило команде пользу и положительный результат. Безусловно, это будет завтра тяжелая игра. Отдадим все силы, которые у нас есть. Будем стараться играть для болельщиков. Конечно, хочется выиграть, поэтому мы все от нас зависящее сделаем, а там, как Бог даст, посмотрим.